Добрый вечер, друзья! Приветствую вас на Флотской, главный стадион Северного округа. Принимает сегодня матчи первого тура высшего дивизиона, старт чемпионата сезона 19-20. И мы открываем свой сезон прямых трансляций в чемпионате. Уже был матч в прямом эфире за Суперкубок. Сейчас начинается турнир в высшем дивизионе, и первыми в прямой эфир попадают «Легион» и «Динамо». Сегодня воскресенье, 25 августа, и вот команды вместе с главным арбитром сегодняшней встречи Александром Морозовым появились на газоне. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. Ну и все понятно по цветам. «Динамо» в бело-голубой форме, «Легион» в красной с вкраплениями бордового, белого и черного. Ну и все готово к началу этого поединка. Сейчас ждем сигнал арбитра, вот он. И переходим к стартовым составам, потому что здесь довольно много интересного. Команды прилично обновились в межсезонье. «Динамо», безусловно, фаворит и этой встречи, и один из претендентов на медали, на чемпионский титул. В общем-то, пока «Динамовцы» только два раза до бронзовых медалей добирались, но все равно определенное движение есть. И я думаю, что руководство команды и тренерский штаб такие задачи перед своими футболистами ставят. Ну, а «Легион» выжил в прошлом сезоне. Там нужно было один матч выиграть из двух, потому что три команды принимали участие в переходном турнире. «Легион» с этой задачей справился, обыграв «Пресню», и сохранил место в высшем дивизионе. Теперь новые надежды, новые ожидания, новый состав. Представлю тех, кто в стартовых составах с первых минут на поле вышел. У «Легиона» в воротах Александр Дементьев. В обороне слева направо Сергей Миронов, номер второй, Игорь Сиченко, девятый, Максим Лукьянов, четвертый. В центре поля в опорной зоне Максим Белокрылов, номер 18. На флангах Георгий Семушкин, номер 95, Александр Седов, номер 17. Впереди Егор Горобцов, номер 7. Вот сразу достаточно много новых фамилий, которые мало играли в прошлом сезоне. Ну и за все сезоны, что «Легион» в высшем дивизионе выступает, через команду очень много игроков прошло. Любителей клубов, они таковы. Приходится просеивать, приходится работать с теми футболистами, которые хотят играть, у которых сохраняется желание и мотивация. А мотивация у маленьких команд все-таки несколько иная. Здесь не о борьбе за высокие места речь, здесь желание максимум свой показать. Что касается «Динамо», то здесь тоже довольно много изменений. Но есть футболисты, которые уже давно в команде. В частности, в воротах Игорь Гришин, у него 30-й номер. В обороне Илья Чижиков, 6-й, Евгений Корнилов, 3-й, Кирилл Орлов, 18-й. А вот центр поля в несколько новом сочетании представлен. В опорной зоне сегодня Руслан Имаев, номер 4. Но уже довольно опытный и в ЛФЛ давно выступает, и за разные команды, и на севере в том числе, и в других округах играл.
тебе, хозяин! Ходи сзади! Ходи сзади! Даже за основную команду сыграл несколько матчей. В финальном турнире тоже участвовал уже под руководством Антона Тимофеева, который возглавляет «Динамо» и который пригласил Гамбердиева в свою команду. В прошлом году нападающий или полузащитник играл за «Хай-Тек». В общем-то, у «Динамо» значительные изменения для команды, которая в топ-4 входит и претендует на медали. И в прошлом году... И «Динамо» получает преимущество. Вообще в матчах с «Легионом» периодически у «Динамовцев» были проблемы. Но вот по игре, не по результату. По результату-то как раз все очень неплохо. За 8 матчей в высшем дивизионе «Легион» только один раз сумел ничью сыграть. Остальные встречи проиграл. И в 5 встречах даже не забил. Это вот это, конечно, серьезное такое подспорье. И продолжают атаковать. Черный Майк по головой 2-0.
Орлов, голевая передача, и Маев. Дебютная встреча уже на 9-й минуте. Свою фамилию Попов вписывает как автор гола. Ну и как-то пока. Мяч назад получает от Бордея. Гамбердиев в дальний угол не попадает. Не исполнил, что называется. Чаще. Капитана подстраховал. Мадзых. Александра Хапланова не ушел. Хотя, мне кажется, там в два раза практически моложе он. Пришлось мяч под себя убирать и дальше аут. И вот еще один новичок на поле выходит у динамовцев на 13-й минуте под 25-м номером Роман Анпилов. Бомбардир, поигравший за разные команды на севере, но наиболее известен как футболист московской Буцы. Вот в высшем дивизионе теперь пригласили его пока в аренду, если верить официальному сайту, на 10 игр. Но я думаю, что если пойдет, то и сам игрок вряд ли захочет вернуться. Да и команда от него не откажется. Футболист забивной. Всегда и везде забивавший по многу. Но в уровне надо посмотреть, как будет проходить адаптация и к команде, и к лиге, к уровню соперников и так далее. Ну и матч с Легионом, наверное, это все-таки хорошая возможность прочувствовать эту игру.
По крайней мере, интересно будет за этим наблюдать. Так, Легион в атаку переходит. Имаев пока очень хорош в центре. Уже несколько перехватов на его счету. Забитый мяч. Ну и я говорил, что Кожемякин и Бритовский состав Белоголубых покинули. Бритовский-то вообще в большую часть сезона, особенно, наверное, в конце сезона, таким всеобразующим игроком для «Динамо» был, ключевым. Кожемякин здорово начинал чемпионат на позиции защитника. Были у него проблемы там и со здоровьем, в том числе и... Так, после этого эпизода выручает Гришин свою команду. И кто ж там, Александр Хапланов мог отличиться. Далековато мяч от себя отпустил, и поэтому пробить нормально не получилось. Но все равно так ткнул в падение Гришин. Вовремя из ворот выскочил, дистанцию сократил и отбил. У «Динамо» тоже. Сейчас разберемся, кто на поле и кто вместо кого. Ну, во-первых, Кирилл Сумароков на позицию левого защитника. Чижиков, насколько я понимаю, в центре теперь будет действовать. У Сумарокова 19 номер. Под пятым появился Иван Лаврухин. Вот он с мячом. А здесь фол и... Грубовато против Чижикова сыграли. У «Легиона» под 73-м Георгий Гулиян на поле появился. И в обороне, насколько я понимаю, Георгий Яковлев. Так, штрафной. Чижиков у мяча. Других кандидатов нет. Смотрим. Плотный удар, но по центру. Дементьев все видел и руки убрал. Видел, что мяч выше проходит. Так, ворот. Хапланов, Константин, теперь Александр. Назад. «Легион» старается не нервничать, играть спокойно. Я думаю, что Александр Седов говорил своим партнерам перед матчем, что, ну, наверное, сложно рассчитывать на результат в игре против топ-клуба. Кстати, в первом туре все команды, которые выиграли, держали крупные победы во всех, без исключения матча. Всего 4 на самом деле. А, нет, 5. Два технических поражения. А тут 3-0. Илья Чижиков. Здорово все сделал. Плотный удар. Дементьев даже не прыгнул. Ну и не накрыли. Опять же, вот зона перед штрафной. Практически по центру. Буднично, правда? 18-я минута. 3-0. Чижиков, кстати... Регулярно забивает «Легиону» и вообще является одним из лучших бомбардиров своей команды. В прошлом сезоне в том числе. Борзых вышел один на один и перемудрил. Переграть Дементьева не смог. Теперь у «Легиона» может контратака получиться. Ну, по крайней мере, 5 в 5 и так сходу, но чуть притормаживать приходится. Дальний удар. Орлов лицом останавливает его, самоотверженно сыграл. Кает мяч за боковую. Ну и, возможно, пауза потребуется небольшая капитану «Динамо». А, кстати, вот те ворота, которые Гришин сейчас защищает, еще... Достаточно сильно освещено солнце. И в том числе Орлов...
Поставил голову и в данном случае отметили эпизод, потому что не стал подписаться на него надежды детально. Темп очень высок. Не то чтобы там в силу действует. Отношения этой команды вообще сложно представить. Определенная мотивация. Ну, а здесь Лукьянов классно в проход идет. На удобную позицию выходит. Гришин выручает свою команду. Стоял до последнего, потом вроде бы начал заваливаться, ногами отбил. Но и удар у Лукьянова прям по центру получился. Может быть, если чуть в угол, то голкипер Гришину было бы тяжело. Лукьянов в позиции правого защитника в очередной раз. Продемонстрировал, голевым он не стал, но было опасно. «Динамо» позволяет «Легиону» моменты создавать, но действует с таким запасом. Даже не нужно скорости включать дополнительные, все равно у «Легиона» довольно много свободных зон. И поэтому счет растет. Анпил. Пытался пролезть по лицевой, главой заработал. И уже на поле. Еще замена у «Легиона». Сыграл Александр Гамбердиев теперь на правую броску, а он позиция. Это неплохо, не успевает как раз Лавын, когда сейчас Суворов стартовал. Как Гурьяну идет в центре, а вторые мешок, передача. Это эффективно, гадилось. Это не будет фол. Зарабатывает штрафной. На поле, да, значит, другой выполняется. Гидьян. Ну что, здесь либо подача. Яркое пятно. Очень скорость подходит, он рукой закрывает лицо от солнца. Он даже видит эту картинку. Что может быть там больше времени? Солнце уйдет окончательно. Второй тайм Александр Гуев попроще будет. Как Гришин вышел, что он не отвечается, и когда надо, команду выручает. В момент сбил он, уходит в бой.
удар. Поворот немного. А пока вот полный не традиционный дым овать не будет. А мы скинули, что индивидуальные действия. Но стараются играть мяч, играть пас. Гамберди с ударной позиции. Чуть затянул, но все-таки пробил и рикошетом повернулся на мяч. На линию ворот выходит. Ну, Гамберди скромный хотел вроде бы пробить. Но играть по делу, честно говоря, ну не самый хороший. Новая атака легиона через левый фланг на этот раз. И все, слишком быстро она закончилась. Кстати, не закончилась, удалось там Волокжанин, да, по-моему, там на бровке опередил Орлова и даже мяч сохранил, но просочиться, сохранив контроль над мячом по лицевой, не получилось. И там Гришин сыграл. Ну вот есть, да, есть определенные проблемы. Понятно, первая игра в сезоне. Понятно.
нет того же Тынянова, который, ну, играет практически без замен и на ключевой позиции в центре поля. Пока динамовцы... А времени на раскачку немного. У нас уже начиная со следующего тура фавориты друг против друга играют в следующем туре. Интер-Гефест, там, по-моему, еще через неделю Динамо будет с Гефестом играть. Ну, может быть, через две. Но факт в том, что еще в начальной стадии чемпионата. Это важно, потому что, как показывает практика, практически не теряют команды топ-4 очков в играх с остальными. Динамовцы в прошлом сезоне только теряли, остальные представители первой четверки, по-моему, нет. Ну, опять же, если сейчас какой-то результат у меня из памяти... выпал не принципиально, поэтому вот игры между собой будут многое определять, и они уже скоро, и через вот эти матчи нужно готовиться. Противостоянием против себе равных. Ну, а тем временем у нас первый тайм заканчивается. 3-0 Динамо уверенно выигрывает. Команда отправляется отдыхать. Мы тоже небольшую паузу сделаем и вернемся к началу второй половины. Возвращаемся, друзья. Второй тайм матча «Легион-Динамо». Первый тур высшего дивизиона. 3-0 после 30 минут. И вот сейчас главный арбитр Александр Морозов дает сигнал к возобновлению игры. Если только сейчас подключились... Ну, в целом, динамовцы ход игры контролировали, три мяча забили, Казарян, Тимаев, Чужик отличились, обеспечили вот эту вот комфортную разницу, здесь дальше атака, Казарян, Шусочек здесь выступил, оставил шестер Борзых, опять до него не попал. Казарян, кстати, очень неплохо, вот свой отрезок провел, помимо голова, несколько подобных передач выдал. Получается, удар готовит, Дементьев отбивает. Кстати, видите, все слышно, чуть попроще стал голкипер «Легион». Перетами Дмитрий Фомучин, конечно. Но сейчас пошел просто в сторону. Прилично так приложился с левой. Еще один опасный момент получился. Буквально сколько? Две минуты сыграли во втором тайме. Неплохо. Ну а здесь фол зафиксирован. Сергей Миронов обходится пока устным предупреждением арбитр. Ну и вообще в целом игра корректная, поэтому без карточек, наверное, логично. Но вот этот фол уже около того. Борзых с правого фланга на левый. Решил побежать. Пяткой мяч оставил партнера и ошибся в передаче. Ну и хорошо, что футболисты «Легиона» тоже здесь не... И порцию критики Борзых получает. Маев борьбу Волокжанину проиграл. Горобцов направо.
Ну нет, это очень... Так, Миронов. Рванул в зону, но тяжеловато ему было, и Барзых там, в принципе, проконтролировал. Казарян опустился вниз. Вообще, Папин Казарян, ну, я говорил уже, что сделал все здорово в первом тайме, и партнером ассистировал, и гол забил. Но вот эти вот смещения его в середину, открывание под мяч, он намного разнообразнее стал играть, нежели обычно, и так все время в центре внимания оказывается, и, в общем-то, ну, такой прогресс не может не радовать. Сейчас на ударную позицию выбрался, пробил чуть не точно. Ну, сильно не точно, на самом деле, уж давайте будем честны. Но сама комбинация по геометрии была неплохая. Пас на столба, скидка и сразу удар. Очень много мячей забивается таким образом. Дементьев на чужую половину поля, чужой штрафной. Здесь Орлов, Чижиков назад и Гриш. Ошибка. Барзых. Чижиков. Коснулся Дементьев, нет? Ну, показалось. В общем, на всякий случай голкипер Легиона решил прыгнуть за мячом. Хотя удар не точный был. В итоге удар от ворот. Арзых. Здесь здорово Миронов сыграл. И у Легиона Чижиков. Хороший удар. Ну да, достается Барзых от капитана. Несколько ошибок подряд. В последнем эпизоде-то не было желания у Барзых сыграть там как-то эффектно, чересчур. Просто не сумел мяч остановить. Здесь штрафной, и желтая карточка будет первая в сегодняшней игре. Получает ее Артем Дудинский. Но это срыв атаки в чистом виде, потому что иначе Гамбердиев бы убежал по флангу. Штрафной. Штрафной, в общем-то, далековато до ворот. Но можно попробовать, и Казарян, судя по всему, собирается бить. Низом в стенку. Удар неудачный. Гришин. Маев. Чижиков. Здесь Миронов прочитал. И там Сильченко едва не ошибся. Гамбердиев. Направо. Вот, да, здорово. Атаку разворачивает Орлов. Казарян. Против четверых. Поэтому скидку поглубже пришлось делать. Орлов. Здорово. Казарян. Нет, чуть не точно. Вот в ногу не вложил мяч. Сейчас так по мысли все правильно было. Через короткую стеночку. И Орлов в центре штрафной оказался. Вообще нетипично для него такие подключения. Гамбердиев. Помощи нет, нужно как-то разворачиваться. Ну вот, угловой, уже неплохо. Динамо с углового в первом тайме один гол забил уже.
И Орлов, кстати, голевую передачу записал на свой счет. Теперь низом розыгрыш. Момент хороший. 4-0. Руслан Имаев дубль оформляет. Казарян пробил. И, по-моему, даже небольшую травму получил в этом эпизоде. И мяч как-то заживал. И Имаев добивал буквально с 2 метров, с полулета. Там шансов, конечно, у Дементьева не было. Ну и опять отметим, да, с углового, может быть, не в полном смысле этого слова, но после розыгрыша. Атака голом завершилась. 4-0. Я думаю, что с результатом здесь все понятно, и, наверное, понятно было уже к 10-й минуте. Но легион расходится, и вот последнюю треть игрового времени провести, ну попытаться провести в свою силу. Разыгрывают мяч динамовцы. Имаев. Имаев везде сегодня. И в обороне, и в середине, и в атаке. Но вот момент у легиона. Нет, таким ударом Гришину не забить. Попробовал Грабцов. Лукьянов хорош на перехвате. И фол против него в центре поля. Желтая карточка. Да, все-таки показывает Ивану Лаврухину Александр Морозов. И, пожалуй, что это справедливо. Потому что Лукьянов до сих пор на газоне. Бить отсюда вряд ли удобно, но вот какие-то рикошеты и что-то такое, и в принципе легион может на что-то рассчитывать. Хороший удар Лукьянов. И Седов не сумел сыграть добивание. Он не совсем сориентировался. Вроде бы мяч был рядом, но в последний момент как-то за спиной у Седова оказался. И он был против Орлова. Орлов успел корпус поставить. А здесь классно все делает Казарян. Выводит один на один Чижикова. У того удар не получается. И Дементьев спасает свою команду. Лукьянов один в центре. А нет, здесь нужно было принять решение, а в итоге не придумал ничего 4-0 легиона. И да, здесь штрафной, да. Здесь по ноге Миронову досталось. Обычно наоборот бывает. Но вот в данной ситуации он успел мяч выбить с ноги у Казаряна. Так, замены еще у бело-голубых.
Анпилов вместо Казаряна. И интересно, вместо Гамбердиева Горий Макаров выходит. Еще один новичок на позицию левого защитника. В центре обороны Имаев играет. Теперь Сумароков в средней линии. Может быть, по ситуации оказался. Орлов выиграл борьбу у Седова. И здесь здорово по бровке протиснулся. Сохранил мяч для своей команды. Имаев назад. Гришин. Гришин ошибается в передаче. Ну, знаете, вот игра такого целостного впечатления не оставляет. Все-таки, наверное, мы несколько переоценили новый легион. Я не думаю, что в других матчах фаворитов чемпионата было больше борьбы. Собственно, по счету-то как раз пока легион лучше всех выглядит. Но динамовцы, конечно, слишком большой перевес имеют. А сам футбол на отрезке разбивается. Так, по большому счету, не видим мы какой-то атакующей феерии в исполнении фаворита. Но легион просто не может. Ну, сейчас Анпилов фалит в атаке. От большого желания. Очевидно. Интересно, да, сейчас позиция динамовцев. Орлов на левом фланге. Здесь игра рукой. Вологжанин. Сфальшивил. Динамовцы быстро разыгрывают. Анпилов. На ударную позицию бы ему выбраться. Вот свою игру почувствовать. Потому что в комбинационной... Ну, не так он силен, как в завершении. Все-таки. Хорошая передача. Орлов заметил Анпилова. Ну вот, мог сейчас момент получиться, но не очень здорово подработал нападающий. Имаев. Неплохо прессинг пошел. Но против двух соперников тяжеловато было. Дудинский уходит от Макарова. Уходит. А, это Константин Хапланов. Прошу прощения. Оказался на другой бровке. Лукьянов. Гулиян. Ух, удар мяч попадает в Седову, куда? В грудь. Но это не пас был, конечно. Анпилов. Ну вот там Чижиков один. Отличная передача. Ну забивай. Нет, опять Дементьев выручает легион. И опять Чижиков уже хитрик мог оформить. Два выхода один на один у него было. Здесь передача Константина Хапланова в направлении Седова не проходит. Аврухин. Анпилов и штрафной. Здесь Белокрылов правила нарушил. Чижиков, Лаврухин. Опять Чижиков. Сумароков. Да, вот все правильно. Через Имаева. И назад. Ну, у «Динамо» все сыграли сегодня, кроме запасного голкипера Анастасии Гришиной. У «Легиона», в общем-то, тоже, но я не знаю, с чем связано небольшое игровое время Радована Солидановича, например. Как по мне, он мог бы разнообразить игру в атаке, может быть, не готов еще.
Макаров, Сумароков. Выходить нужно оттуда, из угла. Там тяжело. Искать возможности для прострела. Ну, а здесь просто вынос. Гришин ищет варианты, а придется выбивать. Ампилов, отличная скидка-то получилась. Лаврухин решил не бить, а искал передачу. Вот в итоге так эта атака завершается. И Чижиков не попадает примерно с линии штрафной в ворота. Пятый мяч как-то пока не получается. Не дается динамовцам. Десятая минута. Снова Корнилов на позицию центрального защитника вышел у «Динамо», и Маев поднялся повыше. А ушел с поля Чижиков, который последние два момента не реализовал. Вот Ампилов неплохо, наконец-то смог пробить. Вышел на позицию для удара. С левой завершал атаку, но пробил так, что для третьего никаких проблем этот мяч зафиксировать не составил. Ну и потом Дементьев взял и отдал владение сопернику. Ампилов. Потеря в центре. Сразу много борьбы. Динамовцы мяч назад отвоевывают. И Маев. Лаврухин. Да, вот так развернуть неплохо, потому что здесь на этом фланге уже совсем не осталось. Макаров несколько метров прошел и снова предпочел назад отыграть. Лаврухин и Маев. Вот Сумароков совсем один. Ну зачем же бить с этой позиции? Да, вот сейчас Руслан Маев не лучшее решение принял. Но угловой в итоге получился. Но не более того. Голышев вместо Анпилова на концовку, да? Ну, поярче дебют у Имаева-то получился, да? Все-таки два гола. А у Анпилова один удар и только. Но я думаю, для начала, для дебюта этого вполне достаточно. Все-таки какое-то время на адаптацию уйдет. Гульян. Прострел. Угловой легион зарабатывает. Еще замена. Лаврухин. Сумароков. Борзых и Гамбердиев на поле возвращаются сейчас. Очень много вариантов Антон Тимофеев попробовал в разных сочетаниях игроков выпускал. А здесь свободная зона Гамбердиева. Подкат Белокрылова рискованный, но в мяч сыграл. А Гамбердиев фолит сейчас. Ну, без карточки. Атаку сорвал. И Кирилл Орлов сейчас поле покинет. Чижиков выходит. Макаров направо. Еще один вариант. Ну, честно признаюсь, я предполагал, что Чижиков в центре обороны сыграет. И так было в прошлом сезоне. Вот как раз именно так сегодня не было. И Маев играл
Корнилов. Ну и на флангах разные футболисты действовали. Чижиков через Имаева выходит в атаку. Хорошая передача. Возврат центра. Не попадает по мячу. И Голышев в итоге атаку завершал, но его удар заблокировали. Гамбердиев хорошо под мяч подстроился. Обыгрывает соперника. Ну, теперь нужно найти... Да, вот адрес. Через Корнилова. Чижиков. Борзых. Против Лукьянова. Маев. Сейчас динамовцы хорошо мяч держат. Но не вскрывают оборону легиона. На самом деле, довольно спокойно красно-серые обороняются. Ну а здесь Лукьянов на опережение классно сыграл. Борзых заснул в этом эпизоде. И вот потеря. Гулиян. Мяч в поле. И Маев. Хорош. Сохраняет. Нет. В пользу легиона. И замена будет. Грабцов, да, возвращается. Лукьянов налево. И Дудинский направо. Вот так. Здесь не точно. Голышев. Здорово мяч сохранил. Имаев направо. Гамбердиев. Очень неплохо. Чижиков. Борзых. Нет, мяч в ворота не идет. Голышев здесь в борьбу вступает. Ну и нарушает правила, да, в итоге. Еще замена. Руслан Имаев уходит. И Лаврухин вместо него, да? Так, теперь можно. Дементьев. То шестую игру легион не может забить Динамо. Шестую игру подряд. Легион вообще с забиванием голов не очень. Вот из аутсайдеров в прошлом сезоне легион пропустил намного меньше всех. И, в общем-то, ну, старался не разваливаться даже в проигранных встречах. Ну, естественно, свои моменты надо реализовывать и выжимать максимум. Ну, вот хотя бы такие. Сейчас же была возможность у Грабцова, было время и возможность как-то подстроиться под мяч. И Лаврухин вроде бы уже отыгран был в этой ситуации. Ну, просто в сторону ворот пробил, получилось не точно. Нилов на Гришина. Макаров. Длинная, неточная передача на чужую половину поля. Заканчивается игра. Здесь Голышев на перехвате. Здорово сыграл. А теперь можно попробовать было Чижикова найти прострельной передачи. Но Голышев в итоге угловой заработал. Это тоже неплохо. Гамбердиев теперь будет подавать. Нет, простреливает. Еще один раз нужно исполнить. Теперь подача. И выносят мяч защитники. Динамовцы вторым темпом атакуют. И еще один угловой зарабатывает и Гамбердиев. Так и время кончится.
Розыгрыш. Гамбердиев. Еще направо. А вот неплохо. И последняя передача не выходит у Голышева. Одна из последних атак, наверное. Белокрылов с капитанской повязкой. Теперь Седов ушел с поля. Кстати, не часто увидишь, чтобы в любительской лиге капитан, уходящий на замену, отдавал повязку своему партнеру. Просто потому, что можно еще вернуться. Но здесь, очевидно, возвращаться Седов не собирается. А здесь Чижиков очередной момент упускает. Дементьев хладнокровно сыграл, просто стоял по удару. Вот здесь неплохо. И это удаление, наверное, да? Потому что, причем, что, прямая красная карточка? Прямая красная. Интересно, могла ведь быть вторая желтая. Прямая красная в этом эпизоде, как мне кажется, излишне жесткое наказание. Ну и время-то практически истекло. Ну вот, у всех по-разному дебют получается. Маев дубль. Лаврухин удаление. Градцов пробил выше ворота и практически ничего не добавляет. Александр Морозов 4-0. Динамо выигрывает. Гришин оформляет сухой матч. Ну и, собственно, два таковых у нас в туре еще. Интер в сухую 6-0 обыграл смену. На этом заканчивается первый игровой уикенд в высшем дивизионе без сенсаций и, в общем, в таком рабочем режиме. Но в целом и команды втягиваются, и мы тоже будем. На следующей неделе, еще раз повторю, нас ждет матч Гефеста и Интера. И, наверное, это уже поинтереснее будет с точки зрения интриги в том числе. Прощаюсь, друзья, для вас эту игру комментировал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной лиги. Всего вам доброго.